Так, друзья, всем привет еще раз. В общем, пришел к своему дереву тут, которое обрезал несколько сезонов подряд, показывал там в разных соцсетях. Вот сейчас попробую пробраться и посмотреть, как живут тут у нас щучьи носы, югославские пеньки и так далее, и так далее. Сейчас нужно, главное дело, пробраться. Делал я здесь и элементы кордона. Вот я тут делал прищипки. Вот они, видите, здесь как бы все у нас обрастает, но не так сильно убегает. Вот эти вот веточки, вот они. Я их укорачивал, делал пинцировки. Вот они у нас сейчас так растут. Вот, делал вон они щучьи носы. Щучий нос. Отросла веточка. Вот, здесь уже были более давнишние щучьи носы. Так, я их тут, кстати, вырезал. А, вот, кстати, после того, тут тоже был щучий нос. Я его потом приезжал, через год выпиливал. Видите? Ну, когда удаляешь пенечки, все это на кольцо, все это аккуратненько зарастает. То есть здесь вот тоже такая веселая история. То есть были, ну, как бы мощный ствол вот формирую и мелкие ветки, отходящие в разные стороны. Так, сейчас еще что-то надо нам найти. Сейчас я пока сделаю паузу. Так, нашел я вот еще один был щучий нос. Вырезалась крупная ветка. Отросла когда веточка. И потом я приехал и вырезал пенек. Все зарубцевалось. Видите, хорошо. Вот это вот как раз работа с щучьими носами. То есть не надо возвращаться и вырезать. Это типа защитного звена. Так, что-то похожее на это. Так, ну а тут вот неудачно был сделан щучий нос. Отросла ветка. Но видите, вот идет небольшое подгнивание. То есть здесь надо почистить. И чтобы у нас все вот так вот аккуратненько затянулось. То есть такие моменты тоже бывают. То есть это вот как бы негативная сторона щучьего носа. Так, ну и вот здесь вот тоже, кстати, вот на этой ветви я делал пинцировки, прищипки, вот здесь вот подрезки, вот они. Дерево особо сильно не росло, здесь вот какие-то закладываются, да, то есть если мы здесь обрежем, здесь у нас есть точки роста, с них заново пойдет рост. Здесь вот тоже я делал подрезки, вот они активно зарастают, но особо сильно, то есть это как горизонтальный кордон, да, то есть вот так вот ведет себя ветка, ну вот они. Тут вот я делал тоже пинцировки, прищипки. Видите, она веточка особо сильно, конечно, не растет. Вот. Но вот такая вот история. То есть это вот такой хронометраж уже во времени. Вот. Сейчас вот на это дерево перейду, там еще вам покажу. Ну, вот на этом дереве тоже вот они были вырезаны. Потом я вырезал, все это отросло, заросло, затянулось. Здесь вот тоже вырезалась веточка на пенек. Все это аккуратненько у нас зарастает. Сейчас еще покажу. Вот здесь вот тоже, видите, огромная ветка. Но все здесь аккуратненько уже затянулось, заросло. Вот, вот тоже ветка начинает. Но ее еще пока можно тоже типа обрезать, но уже начинает такую толщину набирать. Вот, ну в общем работает эта система. И вот вам, пожалуйста, результат. Если выпиливать пенечки, все это аккуратненько зарастает. Но я в этом сезоне к этим деревьям не подходил. Даже пару сезонов. Ну и они немножко зарастают, верх усиливается. Низ ослабляется, поэтому проводить корректировки нужно своевременно и вовремя. Ну, в общем, анализ сделали, работа. Все зарастает, затягивается, если вовремя, своевременно, ну, ежегодно подходить к своему плодовому дереву. В общем, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии.